каску. Ну да. Чё, думаю, буду на АП, наверное, кричать. Да, кричи. Приста у нас нету, да? Смотри, ты на ХП кричишь. А чё, на АП не лучше будет, чтобы ДПС побольше? На АП я кричу. Блин, на танка, повесьте метку. В смысле, который на рейд бафается у тебя есть или чё? Дальше не выходите. Ты вар, я это... забыл. Я буду снимать метку. И это во время босса никто не говорит. Не перебивайте. Чё, мы напрямую пройдем или справа, слева? Я говорю, ловушки сниму, никто дальше не идет. Метку повесь на танка. А тебе хиллбота нету? У меня есть хиллбот, но у меня танк так... Я не вижу эти танки. Блять, я уже боюсь, у нас танк на первом месте по ДПС. Блин, забыл прожаться. Танк по ДПС на первом месте? Да это понятно, потому что медведь, он, блять, он только должен дамажить. Потому что я, например, не могу всю толпу бить, а он бьет. Если был бы кот, он бы сейчас бы набил бы больше. Трэш, да. Ну конечно. У него только один удар, считай, АОЕ и все. У Фурика-то три цели всего. А у кота и у друида, ну, у любого друида у него любая, все цели. Будет 50 чест, будет 50. У этого, у кота только один удар, только размах. Чисто. Право же пойдем, да? Да. Как хотите. А вот ловушка. Минус. Да это я усилки еще в силу закинул. Ну, в десятки, не знаю, 80 косарей, я думаю, мне. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой рыцарь. Слава повзял? Че, на один этом левел вырос? Ага. Да что-то это самое, блин, аж обидно. Система эта ГС как-то попривычнее было. Я вот... Добивай кольцо вот это. Коража на обычке кольцо обязательно добивай. Я в четверг взял себе Т-10 на Фурика. Первый кусок. Был, короче, 235-й. Думаю, ну сейчас, блин, 240-й буду, на. Такой хак 236, блин. А у тебя первое кольцо какое? 226 или 32? Первое. На танке ты имеешь в виду? Да. Ну 245 сык. И вот это 226 дружелюбие. Ну, сейчас возьмешь себе этот дружелюбие здесь ЦЛК, еще кольцо одно возьмешь. У меня бы уже, наверное, на этого. На Фурика буду брать. А при вознесении там какое? 277-е, да, идет? Да, 277. Ну да. У меня половина осталась для него. Сейчас, если ты танком идешь, возьми его для танка, потом перебьешь фут. Пока у тебя нормальных колец нету. Ребят, если в приори выпадет кольцо на танка, пойду дадите, если кому не жалко. Ну тут только вар, которому ничего не надо, и ты. Не, ну поешь на это все, не надо. А. Трэш, поешь. Потому что тут боешь на это вообще шмот запредельные, колоссальные суммы денег. 1020, наверное, да, стоит? Да, меньше оно стоит. Оно 1080, наверное, стоит. Прикинь, если бы вот кирку пошел, блядь.
5-6 колец, пошел вендору продал, а тут 8 тысяч рублей. Может, танковская даже уже и дешевле, может уже 6 стоит. Да, я как-то начал играть, милишное кольцо на типа ЦЛК стоило 10-12 тысяч. И сейчас опустилось до 6 тысяч, 6, там 7. Я когда-то танковская покупал. Я когда-то танковская покупал за 13. Когда-то, наверное, месяц. Где-то, наверное, полгода назад. Я эту тыню, блядь, купил за 12 как голды. Тупо 12 то по дешевке, потому что на Оке стоило, блядь, 18-17. Мне короче это делать. А шо, хочется же? У меня тут топовая шмотка, это винтовка. Я ее за 5000 покупал. Руду собирал. Крафтовые сапоги можешь себе купить, в принципе. Да? Какие? За срани? За... да? За ДС. Так ты знаешь, сколько они стоят? Да, ДС-ки сейчас вообще копейки стоят. Развяжите меня. По-твоему, копейки это... За 3. В свое время. Да все продавали за 3 косаря минимум, наверное. А сейчас за 1,5 косаря купить за ОД, блин... 3400 стоит. 3400. Я уж думаю накопить там каких-то, не знаю, сколько, 8-10 тысяч на сапоги крафтовые, это недолго. Ну, я просто такой человек. Что... О! Колечко. 6К, 6К, 7. Давайте, ребят, кто выиграет? Да все, Барса заберет. Кто выиграл, тому бан. Рога, ловушки, посмотри. Уже снял. А, все хорошо. Ой, Друмикс, красава, поздравляю тебя, 7К голды. Друмикс, братан, дай колечко, пожалуйста, умоляю. Ну, то есть на циркуле сколько оно там, 100 гол, да, стоит? Ну дай 100 гол. Так 120 голды, блядь. Хуил, блядь, давали постоянно. Блядь, надо было мне тоже ролить. Так бы прикинь бы сказал бы сейчас в бое анрол, сейчас бы Грейл бы с 6к голды бы подхватил. Сказали, вот пидорас, да? Я больше удивляюсь ребят, которые собирают репофарм с бое. Да, там, вообще, а у меня вообще удивляет RS25 оп, один анрол. Три шмотки падает, один анрол, это А чё, давай соберем, блядь, тебе чешка нужна и мне чешка нужна. Не, ну, если гильда собирает и одного человека, как бы, добирают, или двоих с ЛФГ, почему бы не сделать, да? Ну, такое тоже. Я бы никогда в жизни не пошел. Там три шмотки падает, один анрол, две шмотки еще в приори, если упадет на тебя, на твой спек. Ну, кто как там думает. Там нереально ее забрать, потому что, блядь, 25 человек по-любому ее сролит. Или анрол будет, нахуй, в любом случае. Не знаю, ну, нам ладно, танковские ботинки по две штуки, двое танковских сапог и одни ДДшные падали два раза. Так, магия, дайте столик, а. Мах, ты в дискорде? Эти сапоги танковские уже, наверное, у этих, у хилов на пятых спеках, у паладинов. Это, блядь, кто такой Диз создал 120? Три, блядь, уйо я. А это мой дис, я просто только начинал тестить, короче, дискорды. Так, ты чё, честно, рыбу-то не брал, да? Не, братан, не брал. Давай, я поставлю. Давай, ставь. А есть рыба, да? Если есть, давай, ему заплатить, если что. Да, ешьте. Короче, так, Мишка, ММТ, ты, Слава, будешь оф танк. Да, спасибо. Начинает Мишка, короче. Ну, Мишка начинает, короче, стоим. Короче, Хан, будешь чуть-чуть дальше нас стоять. А хотя лучше, ну да, ДК нету, чтобы тебя притягивали именно к нам кучу. А чё, тут разворачиваться. Честер, ты в одного танка здесь не пробовал вообще ни разу? Да, можно в одного здесь танка, ну пофиг. А чё, у Вара сильный фурик?
Ну, 236. Могу это подамажить? Ну давай, 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 давай. Давай, спекайся. Давай, спекайся, давай. Просто, по идее, до сурка можно в одного танка идти. Да и сурка можно в одного танка бить, только когда хант берет и на себя агрит, а потом переагривает, и постоянно на ханте будет этот висеть. Ну, это надо уметь, короче, делать. Да нет, не надо выдумывать. На сурке на леди просто агрос меня скинет, она как бы навешает дебафов, и вам кому-то забрать надо будет. Так я забью. Вы имеете в виду, если я не в танке? Если ты не в танке. Так я и фурики могу забрать, блядь. Да, только сложит она. О, держи, все, давайте потише. Пал, обнови каску на шамане. Хорошо. Лок, ты в дискорде? Да, да. О, стойте, пацаны, релок 20 секунд. Давай. А то что-то у меня рекам забагался, я сейчас не увижу, сколько надамажу. Ну тогда я сейчас доделаю. Блин, тотемы у шамана такие прикольные сделали. Это у гоблинов только. Ну я и говорю. Ну может, наверное, и у других постепенно. Лимошка нас сидит, слушает, мне в ПМ пишет. А, Лимон, здорово, братан. Кстати, народ, а меня тихо слышно, да? Нормально, нормально. Ну все, давай, Миха, погнал. Короче, на пол хан первый дает, потом рога. Все стоим за спиной, за спиной. За спиной все зайдите. Во фрейм босса не подходит. Шипы 4 секунды готовимся. Шипы. Рогу. Забили рогу, бегом. Вы на роге, забейте рогу. Кейп нажимайте, кто на шипах. Да, да, шипы. 5 секунд. Шипы 1 секунда. Готовимся. Шипы на локе. Вот, к локу переключились. Быстро-быстро-быстро будет зайти за фрейм. Вихрь клинков. 2 секунды готовимся. А, шипы сейчас будут. Еще одни. Вихрь. А, вихрь, да? Да, разбежались, разбежались. Не бейте. Стоп ДПС. Это хил. Блять, маг далеко ушел, не успел. На пол урона дай. За босс остались. Шипы готовимся, 2 секунды. Сейчас будут шипы. На мне, быстро, холи пала сбили. Быстрее, 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 ребят. Дай рост. Шипы готовимся. На роге бегом. Шипы готовимся, 2 секунды. Шипы 1 секунда сейчас будут. На локе бьем. Молодцы. Так, вихрь сейчас будет, пишем. Шипы. На 1 секунда. На войде. Бегом, 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 бегом. Сбили, сбили. Разбежались, разбежались, вихрь клинков. Захил, захил, Ашан. Цепухой давай. А, хант, не достаю до тебя. Не достаю, не захилю. Дай на пол, хант. Шипы 4 секунды готовимся. Шипы сейчас будут. На маги, бегом, маг. Хорошо.
Шипы на секунду готовимся. Шип на воде. Авари. Сбили бегом. Сбейте Вара, пожалуйста. Молодцы. Шипы. Сейчас будут. Шипы на секунду. На Роме. Роме Вар. Что ДПС не ок. Очень слабый ДПС. Шипы и вихрикинков. Так, короче, нахер. Шип сбейте. Сбейте, короче, на вихре можете бить босса. Все бейте. Из огня выходите просто и все. Да, да, да. Упс, не успел чуть-чуть. Добивать. О, да, теперь мой фурик будет больше дамажить, да? А что там по ДПС вообще? Плохо, да? Да, пацаны. Ну смотри, вот таймер берсы 6 минут. Это говорит о том, что... ШП, блядь, 5к ДПС, это очень слабо. Лок 5к. Я на локе разогнаться не могу с этими шипами, блин, что тебе сказать? ШП очень слабо, очень. Так а ты в шипы-то всего 13 тысяч дал. Куда разгоняться-то? Не знаю. Да не пройдем мы чудо. 5к в 250 и почти ВЛ, это очень слабо, чтобы для тебя. Налог тоже. Ну ладно, посмотрим. Давайте по одному потихонечку. Дайте еще раз баф на шамана, пацаны. Ребаф. В сторону отойдите. Вот сюда уйдите. Да, сюда встали, короче. Все, РДД. РДД. Подожди, ману, подожди. Секунду. А давай, у меня есть ману, давай. Да, тут бы вару спекнуться, ну ладно. Че спекнуть? Да, уже поздно. Ой-ой-ой. Так, не подходим, на расстоянии. Не хильте пока. Тут все вестники смерти. Подожди, я поставлю. Сейчас под клиф залезем. Все, за жопу. Вар, напротив меня встань. Напротив, с другой стороны. Ну, не станется же, нормально. Давайте поаккуратнее. Назад отойдите, я еще выдерну. Да, назад, все назад. Ничто не может сломить. Назад, не хильте пока что. Будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот. Все, подходите. Хануть. А кто меч с ролем? Да. Так, кто? Фурик должен, больше он нахрен никому не нужен. Ну, второй. Тут трэш с десятки с одной, да, стороны выходит? Да. Один мог вроде как с лестницы, не? Не-не-не, это... Как же три? Три слева, три справа, потом снова... Ага. Тут можно в одну танк идти. К этому не подходить. Ой-ой-ой.
Если сейчас даст АОЕ, может будут милики, кто близко стоит. Хан, забери собаку, сейчас босса сагрил. Просто собака по всему трэшу прошла. Трэш добейте уже, хрен. Вайп. Добивать трэш, короче. Франк не умеет играть за свой класс, что ли? Франк, слышишь? Что? Ну что? Как дела у тебя, нормально? У меня отлично дела, у тебя как? Ну так собака твоя босса запустила. Этот нормальный? Босса ты? Никак как не ты? Может запустить собака, еще раз повторяю. Босс пулится только с удара. Если ты не знаешь механику игры, то будь добр помолчать. У тебя собака подбежала к трэшу, который был под боссом, и босс активировал. Дружище, чтоб ты знал. Падаем тогда. Потому что никто... Ну что, может завалим все-таки попробуем? Потому что никто не ударил. Это вообще-то локов слабый не будет еще. Валите, давайте, погнали. Давай, может мы не попробуем, ну когда маны. А вы больших... Вы больших не трогайте, просто маленьких этих трэш забивайте. Давайте нормально упадем. То, что у вас стоит Локов кипет, долбит по боссу, вас это вообще не смущает, да? Ну, Лок, значит, виноват. Нахуе! У тебя Лок стоит и стреляет в босса. Это сейчас он стоял, Хан, слушай. Ну я смотрел, я видел, я, блин, танкую и вижу. Я Локом вообще в самом конце стоял. Там собака подбежала твоя и сагрился в босс. Тихо, успокойтесь, ладно, хватит, какая разница. Начал бить босс, вот ты меня как бы, ну сагрило и сагрило, ладно, чё ты отмазываешься уже? Так всё, успокойтесь, ребята. Если видели, ну чё говорить, вот нет, это не... То все, хули вы орёте, это друг на друга, блин. Успокойтесь, вайп, что тут такого? Я вот тоже не понимаю этого, что действительно, ну сказал, ну ладно, сагрила собака, ну и хрен с ним, нет, надо отмазывать. Нет, это не она. Моя она, Лока собака цапнула. Не Лока, блин. Ханта, говорю, собака подбежала, загрела. Я тебе говорю, босс пулится с удара. Да как он мог сагриться, когда Пет мимо пробежал? Вот давай сейчас, ну, попробуем, блядь. Давай сейчас, если попробуем. Собака твоя сагрит, блядь. Шама, блин, ты резнулся так уже? Нет. Не, ну я, да. Только сначала мы убираем. Только мы сначала убиваем мобов, а потом ты пробуешь своей собакой просто пробежать мимо. Вот и все. Сейчас попробую. Ну, как бы доказывать ничего смысла нет. У меня снимается видео. Я выкладываю видео на YouTube. Если. Блять, еще один блогер собрался. Не, я не блогер. Если Хан виноват, то как бы это будет все на видео видно, так что отмазываться смысла нет никому. Нет, ребята, давайте мы убьем нормально мобов, попробует просто он для себя убедиться, что да, действительно, это он сагрил, чтобы больше у него вопросов не было. Надо ничего доказывать. Такого... Ребята, хотите помериться своими письками, меритесь просто в холодной воде, у кого больше. Все, успокойтесь. Давай, моба. Да какой моба? Давай бафаться. Все, и погнали дальше. Что, рыбу никто не поставит? Сейчас ставлю. Поставлю. Ставлю рыбу, не ст... посерединке рыба стоит. Ага, вижу. Блин, откуда столько упало в маны, а, постоянно? Я что-то хотел. Так у них клятва КД одна минута. 25% за 15 секунд резать, или как там? Да, да. У кого, у Холика? Да. Так он еще и синий молоток, если скинет и бьет в Билли, то ему вообще пофиг. А зачем синий молоток? Синий молоток. Так, а здесь что, в одного танка пойдем этот трэш мочить? Да, да. Да пофиг. Да буду уже в танке что. Я просто хочу... А он не убивает. Можешь проверить, этот трэш-то уже не убивает. Он станется, а у нас не станется.
Блин, все-таки так и не дали мне почувствовать, сколько ребро бьет. Зря я согласился Фурика спекаться. Да на двоих-то оно вообще мало бьет. Че ты там посмотришь? Вот тухло интересно будет. Да, нам будет интересно. Ну у тебя капля есть. Ну мне прежде чем капли, мне надо дать на себя божественную защиту. Не забывай, суммируется же ДП, урон. Надо, да. А то без БЗ и сдохнуть можешь. Конечно, ваншот и все. А только защита божественная. Бабл он сбивает сразу. Кстати, я тут, Честер, не знал, ты в курсе, что пушки можно размораживать на корабле? Да, я, а чем, я не помню. Шоком небес. Только получается, ты должен разморозить, хотя бы одно оставить в заморозке, или опять все заморозить. А почему одно? Ну, вот такая хуйня, ну, получается... На десятки, да, только? На десятки ты две можешь, получается, заморозить, ой, одну разморозить, а на 25-ке три. Да, я знаю. Одну, нельзя две, да, потому что... Там нет, же, потому что если ты вторую разморозишь, она тут же заморозится опять у него. Ага, я понял, хорошо. Ну, пусть Хан просто попробует для себя, блядь, собакой туда-сюда сходить. Подожди, подожди, не... Вот, видишь, она агент. Ну, да. Хант, как дела? Сорян, да. Вот, сорян, молодец. Да ладно, все, успокойтесь, сейчас будет эти, трэш. Развернулись, трэш. Не, ну просто это самое... Трэш, все в трэш. Не бьем босса, трэш. Залили трэш, потом хант, братан, бей только трэш. Приори трэш, все, давайте босса. Рок, ты можешь на боссе оставаться, можешь в трэш не переключаться. Это зря, он же на пульчике. Хамп он еще. Так, призыв трэша, 12 секунд, готовимся. РДД, милики, бейте пока, не станут на готове. 5 секунд, все переключились именно, кроме Роги, в трэш. Хан, тебя тоже касается. Все, бьем. На пул сделай, Хан. Забили трэш. Больше по трэш давайте. Твар, зря милика. По нему урона не проходит физического. Все, давай. Да, Айер, не забывай, если что, клацу. Давайте, больше ДПС. Что-то реально плачевно с ДПСом. Да нет, ну, судя по таймеру берсерка, мы убиваем все как бы. Если не падать. Там уже от маны от твоей, от прожимов танков зависит. Танк на позицию, иди. 8 секунд. РДД бьет пока не из босса. Милики, давайте тоже. Трэш. Появился трэш. Бегом. Давайте больше по трэш. Блядь, а кто в угол поднимал-то? Да ладно. Да он забагался, наверное. Переводим, давай. Рога на пол сделаешь на меня? Он же там. Духи вроде... А если есть рост, дай рост. На корабле не надо, а на сутки откатит. А, стоп, ребята, а на великана квест откатило, да, или нет? Да, нет, не было. Не откатило? Не было квеста. Откатило. А я взял, у меня есть.
Там не было мужика, который квест дает. Ну странно, у меня тоже есть квест. Да квест-то есть, но ты его не сдашь, а что толку от него? Это как раньше было на циркуле, да? Типа квесты с ребутом обновляются. Mm-hmm. Смотри, сейчас череп падает. И шмотка на там. Не знаю, сколько раз ходил целый день, а череп не выпал. Сейчас упадет. Кто тебя так стукнул? Прикинь, дух. Рак не отбежал. А сколько он бьет? На все воля, господин. Я проверять не стал. Ваша смерть. К сожалению, не упал череп. Сука. А друль самый рыжий уехал, самый первый, да? Сейчас порт открою. Тут открывается еще. Ну да, пока не поднимемся, другие не. Ну, кто-то один хотя бы должен открыть. Лок, очень слабый ты даешь. Очень слабо даешь. А столько возмущения по поводу рыжего дроида. Прикола насчет того, что слабо, потому что вчера. Когда в среду мы ходили со среды на четверг, я выдавал 9-10. Какого хрена сейчас пятерка, черт его знает. Потому что ретрика нету. Скорости никакой нету. Вот и все. Вот в чем проблема. Рейд-то не. Не, Локи вообще должен ебашить здесь. Это если фул. Так он действует, ну, что ты хочешь. Да, вообще. И Т4 собираешь, они такое дают. Рога, ты. Ох, ты в мутике или как? Шаман. Какой тотем на скорость? Для милишников там скорость такой есть, такой тотем. А, есть такой. А ты ставишь? Ну, вообще-то я себе ставлю на этот, на каст, чтобы быстрее. Я могу вам поставить на ловкость и на силу. Да, конечно, кстати, вот давай. Он был бы офигенный. Только ты нас тогда перекинь в одну пати, Честер. А он на всех действует. Он на рейд действует. Тотем действует на рейд. И тотем на хаст для миликов лучше поставь. Все-таки топ ДПС у них. Давай лок, короче. Ну окей, ну просто ж я тоже кастовать буду. Вместе с палом буду меньше. Тут как делаем? Спекаем Войда в протова? На корабле-то по-любому ему трэш ловить надо. А ты, да, да. Вы видели вчера? Да, короче, никто не знает, да, так как пить по-другому можно. Не надо. Давай, короче, ой, спекайся, там. Как вы хотите по-другому? Такое что, один танк, получается, дает пару ударов в него, и все. И просто на ранце прыгает туда-сюда, не касается земли. Этот на него постоянно кидается, и ну, ударить его не сможет. Тем самым люди, которые находятся, переходят на корабль, они туда-сюда не прыгают. То есть, например, туда два ДДшника прыгнуло, и все, они просто там трэш убивают, бегают и не все. Надо, не будем, короче, тестить, то есть просто было спекнется. А что тестить? Мы вчера и ачиву еще сделали. Я понял, за какой прикол ты говоришь, мы так один раз попрыгали, так и мимо корабля. Да, давай, шитпэй, лук, пушки, знаете, что делать, да? Там 90. Конечно, до 80 минималкой пробитие. Да. Мишка будет летать, короче, Войд будет на наших корабле. Справа, справа, кто там будет, я буду шок небес, сразу будешь пушку садиться и дальше, короче. Сзади, сзади моба, ребят, комбат висеть, скорее всего, будет из-за него. Давай. Да уже стабили. Слишком далеко.
Оборона черного вала, будем бить вот этого хрена, че не? Квест... Мужика нету, который квест дает. Не знаю, у меня был, я взял. А, ты взять его взял, но смысл ты его сейчас делаешь, а сдать ты его не сможешь, пока он заново не появится. Так что нет смысла от него. Так, РДД, ранцы, бейте, короче, будете читать. Чинитесь все, ребят, чтобы не было на следующем боссе, дайте Дживса. Паладины, реги закупайте. Паладины? Ну, конечно. Вот смотри, как должен, по идее, там танк летать, сейчас я вам покажу. Да все не надо, Ромин, взяли сиранцы, РТДшники. Мах там, Роми тоже, Бишхан. Все, я запускаю, короче. Так, а у нас ближников больше, да? Дальников меньше. Че больше? У нас только два ближнего и все. Есть кого на дальняк ходить, да? Вар их и рох и все. Че, у нас маг сидит в этой-то, да? И... Нет, не маг, ШП и лок. А, ШП с локом. А тут пушки греют они, не? Или они неактивны сейчас? Неактивны. И сейчас они будут активны, как Арава прилетит. Будет. А у нас Мас, по-моему, не на корабле, или мне кажется? Не на корабле. Сейчас, он, ну, наверное, не в Дискорде. Не забывай одну пушку размораживать какую-нибудь. Да я понял. Вот, ты не спекнулся, да, по товару? Да, да. Где ты? Все. Что брага рисовалась, мне нужно вставать вот в эти лужи. Замороз. Да, у меня раги нет, я поэтому в ней стою. Лок. Маме. Я тебя захиливаю, я не прыгаю, я вот не могу. На следующий. Дальник долить. Пушки крест-накрест бейте. Слушай. Ты должны бить по дальним, которые вон. Дальние люди. Ты по дальним. И по второй по дальним. Да, следующий трэш за дальника. Забейте. А мне висят нахер, чисто меня хренячат. Нужно их добить. Заморозка, готовимся. Перелетели, убили маг. Дальников. Оружейников. Ай-яй, забыл. Садись. Ай, блядь, не успел, миллисекунду, сука. Я возражусь. Добей. Или маг. Оружейника добейте. Оружейника одного. Убейте оружейника. Да убили. Да, блин. Прилетай. Друль, можешь мне маны залить? Летите все, убейте оружейников, да, ну, не дальние, а на близких, которые здесь. Более сильно. Спасибо.
Я умер. Блять, почему я тебе не... Ой, блядь. Друид подымет, а чё ты... Не подымет. Ну старайтесь так, да. А, у меня маны нету. Он друг, налейте мне маны, шамана. Приз, дай гимн. Гимна ману дай. Че, тебе оружейники застреляли? Полетели, друид. Рано еще. Не, еще одна. А теперь полетели. Надо было сразу заливать. Мах, ты вообще здесь или нет? Я не могу понять. Ты джоков. Мне или хомяку написать, чтобы тебя нахуй кикнул вообще с гильдии. Кто на разморозке там был? Я хулипал, все, мне разморозки. Пытайтесь так. Вот вы должны были дальних оружейников сбить, потому что они по хилам очень сильно бьют. Вот снова сейчас Шаму просто пробивают очень сильно. Шам себя захиливает. 8к, 9к, 23. Рога летает, убивает дальних вообще. Где физик? Кроме, ты не летаешь, что ли? Один оружейник. Если бы я не летал... Друзья, залей мне маны, друзья. 50 секунд. Заморозка. Да не, мы, наверное, не... Ну, попытайтесь, не знаю. Ай, блин. Никак, друзья. 50 секунд. Захиль танка. Танка сейчас сумрет. Вот. Чуть далеко стало. Вас маг стоит на корабле, не летает. Пушки заморожены или по... Пушках, ребята, перелети. Убило. Чё толку туда лететь? До этого. Я не понимаю, ну а в чем проблема? Все убивают. В чем проблема? Надо убить ружейников, они стреляют по вам. Дальних зачем бить, я не понимаю. Ружейники вот эти передние... Затем, что они дальние тоже дамажат. Так они вроде как вот эти кидают, которые метки кидаются, вот эти торпеды, блядь, летающие. Они же не стреляют? Или стреляют? А почему ты не летал, скажи, пожалуйста, если ты в Дискорд? Я же сказал... ранец. Есть такое крыло, и можно по крылу перебежать на тот корабль. Когда танк перелетел, перебегаешь и бьешь мага. Какая-то хуйня, блядь. Просто убить три моба и все, и не будет хилов убивать. Как блядь? Я тебе скажу, в чем хуйня. У нас мало ДПС, а у нас эти пушки не прыгают, стоят. И половина людей на корабле. На кораблях ДПС почти не надо. Там надо 3-4 человека, чтобы перелетело, просто мага залило. Все. Остальное вот. Дают пушки. Вот отсутствие ДПС по мобам. Вот сейчас тебе пример. Яркий. Ну да, дальних вот эти, почти никто не бил. Вот там эти один пушки, или два человека только был. Вот эти пушки передние бить не надо. Получает, ой, летать не надо, кто на пушках у нас сидит. Они, когда на заморозке, они просто вот этих передних убивают. Да, 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 вышел, и начал колбасить, там за 2-3 захода. Все, и как бы, тех мы, а дальних мы с Рогой убьем сами, получается, на втором разе уже будем. Каждый второй перелет мы будем убивать. Давайте баф, короче, берите ранца, маг, бери ранца, будешь тоже перелетать, ружейник, передник и задних убивайте. Убери мамонта чуть-чуть, о, садитесь рыбу хавать. Потому что они бьют хилов в основном. Нам тяжело захиливать вас. Так вот этот, когда ранец стреляет, он метку же делает, а почему хил не может отбежать от этой метки? Передние не стреляют в метку, передние стреляют с ружья точечно по хилам. Да, да. Дальние стреляют по площади. Так передние-то понятно, передние вот пушки зальют. Дальние сиранцы, поэтому... короче, и прыгайте, убивайте мага, а потом передних ружейников добивайте и все, и перелетайте. Да, РДДшникам не надо туда летать, РДДшники вы просто вставайте на краю, заливайте летать, передних, да, линию и все. А мы с Рогой туда вдвоем перелетим и убьем там и мага, и дальних ружейников. Хорошо. Да, все, я буду. Я просто, блин, смотрю за этими, за танками, за всеми, бывают. Ну, смотри, вот ты говоришь, не надо. А надо как бы понимать такую фишку, что есть приоритет
мобов, которых надо бить в первую очередь. Вот маг – это приоритет. Чем быстрее вы его сливаете, тем быстрее пушки начинают дамажить, тем, соответственно, быстрее мы убиваем корабли. Они должны туда летать. И мага убивать в первую очередь, и потом уже все остальное. В этот момент они убивают именно вот этих переднюю линию, да и все. А мы вдвоем там, ну, 5 секунд будем убивать этого мага, этого, блядь, мага этого гребаного. Не понимаю. Так от того, что они там 5 секунд, от того, что они там 5 секунд стрелять не будут с пушек, тоже мало что изменится, на самом деле. Давайте. Вот сейчас они должны бить уже, вот они стоят, оружейники. Вот пушки должны стрелять по дальним, вы по дальним должны стрелять, попадать в него. А у него ничего, вот сейчас отниматься стало. И то, это одна пушка стреляет, правая нет, правая не попадает, выше возьми. Я вот правой по нему попадаю, 892. Да, вот да, по одному тихо, стрелять. Тихо, успокойтесь, заморозка одна секунда, сейчас будет прилетать. Там где-то. Я слышу, когда он говорит, когда перелетать. У нас могут во всем карту делать. Давайте, маг, передних завалите. Право. О, не трогайте, я его этот. Раскрываю здесь. Бля, я снова. Походу. Бога, следующий. Кто же? Оружейник-то так и не добили, два осталось. Заморозка 5 секунд готовимся. Мага и оружейников добейте по центру, который остался. У него там 30 тысяч. Все, молодцы, добили мага. Ай, ё-моё, что-то я забываю постоянно, сорян. Да я помогаю пока передних бить, пока заморозка, так что если не напрягайся. Уходите. Да я забываю. А что ты частицу на меня? Я наоборот тебя захиливаю, на воле частицу. Размораживает пушку. Не получилось. У частицы просто рейндж за хила дальше, и ты можешь через стену хилить меня смело. Рога, пошли, пошли отсюда. Я больше просто убиваю. Заморозка. Куда все прилетели, давайте. Ай, еды. Сейчас строго остаемся и заливаем никого дальше. Да, да, оружейника. Вот сейчас пушки молодцы, вот одного стреляют, они его сами сливают, а второго мы и быстрее все идет. Вар, надеюсь, ты ушел. Пал, Иннер тебе заливает.
Садись. Опа. Друид недостойный для меня. Вроде капля часа поставил. Я говорю, повешай на меня частицу и через вара хиль меня. Тебе самому легче. Да. А вообще вот на этом шипе многие паладины у нас в 25-ке садятся сверху и достают. А увожу я специально, потому что многие в десятках прыгают справа к этому к шлюпке к этой. Ну потому что они неправильно прыгают, я не должен выводить. Это как пас. Перепрыгнул, перелетел, все, стоишь и все. Они должны с другой стороны, это, слева. Это, потому это, что под пив подступал. О, видал не... какой шмот, ничего себе колечко. Ну, что я могу сказать, сегодня вара день вообще конкретный. Так сейчас минутку вернусь. Это фигня еще. В шмоте из десятки я еще в 25-ку сейчас пойду. Все, я запускаю, короче. Там шлем сразу выпадет на меня. Торхра, выдвигайтесь. Герои, будьте начеку. Наверху давайте, на лестнице будет танчить. Первый друид, второй вар. А в трэш все переключаемся. Роги, вары, маги, ШП. Трэш приведет, потом там босс. Скажешь, когда Геру давать? Хорошо. Ты что, с пула давайте, да и все, ну, чтобы да, под 3 не зашла. Че, сначала? Ну давайте, да, через секунд 20. Начнем только лоху нужно в 30%, а он здесь один, остальным всем нет. Ладно, знаете что? Это скажите мне. Так, Мишка, как мы с тобой стоим? Лицом к лицу к нему или в жопу сюда встаем? Вот так, в одного-одного вставайте и все сзади. И просто переагрывайте. Где Мишка? Тут я здесь. А он сейчас прибежит, тебя встанет, да и все. Сказал же, минутку. Вар, например, ты ловишь правый трэш, вот в этой стороне, который да, трэш уходит, а друид берет вот этого. Все, чтобы он на вас постоянно... Так, так и запишем. Все, погнали. На пул дайте. На Мишку. Давайте. Раскол. Кристалл. Залили трэш все. Долго трэш пьете. Трэш, ребята. РДД вас тоже касается, у нас не рейд, блять, который в одного ебала убивает. Да, Хан, тебя касается, как дела у тебя? Бей трэш, пожалуйста. Так, трэш пытаемся. 10 секунд. Сейчас трэш, все переключились в трэш. Все трэш, бегом. Добили трэш. Маги, ШП, лог. Долго трэш живет. Ну убейте их. А мне не нравится, что он бежит сразу. Это неправильно. ДДшники, я смотрю, валим правых, блять, а ДДшники валят. Трэш 5 секунд дефенс. Повешал руну? Ага. Все в трэш.
Не бейте босса, только трэш. Трэш 5 секунд. Сейчас будет F трэш. А убейте трэш, ребят, что вы делаете? Там... Вот Хант молодец, бить начал. Маг не бьет, вот мага надо ругать. Маг, бей трэш, пожалуйста. Трэш, трэш. Все трэш. Кусурка. Я прослак. Ну трэш, да бейте, ребята. Бля, да по-моё. А, блин. Мисс Кликвар, тыкни еще раз на сурки. Трэш, трэш. Гимна ману дай. Шп. Плохо. Трэш 5 секунд. Смотри, я сейчас под прожимом. На следующий раз прожима не будет. Трэш. Трэш, трэш, бейте трэш. Два танка с метками, замечательно. А, это да, плохо. Честер, сейчас смотри за мной. Не урони. Шаман, Честер, меня хил. Да. Не роняй, не роняй. Все трэш, мах, два, вот, блок, шипы, все трэш. Еще один моб. Че там, на тебе есть руна? Да, есть, так, сейчас валит. Забери. А, на меня повешен, забираем. Нормально, так и надо. Трэш, сейчас будет. Короче, когда Варуна сбросится, да, я снова с тебя. Да, сейчас. Чтобы, да, чтобы... второй раз на меня повесить, чтобы штанчить, да. Готовимся. Трэш. Чтобы на тебе постоянно. Забери на себя сейчас. Забрал, повешал, забирай. Да. Таунчу моба. Сейчас дам ему стан. Цепухой, шампа, танком. Тебя сейчас захилю. Сейчас дам таун, блок есть. Повешает на меня, забирай. Сейчас трэш не бьем, пилим его. И добил. Повешал, забирай. Ага. Все, нормально. Это жесть. Ребятами мы не профи, не лечу, вообще не убьем. Надо будет менять. Это однозначно. Да ты супер танк сейчас. Подожди, сейчас тухлопус еще будет, и до профа уже, думаю. Да, там станет, ну, тухлопус, я надеюсь. Знаете, рейд подобранный, вы как бы убиваете боссов. И чтобы их убивать, нужно просто не падать. Вот мы сейчас не упали, благодаря тому, что мы сыграли хорошо.
50 плюс 6 КДП. ШПР вообще, лок это вообще просто, братан, у тебя 4,5 к ДПС, я не знаю, как ты одеваешься. Я на мобах синел, у меня нету фулла Т4, у меня только 3 шмотки, уже 10 раз. Да все, тихо, не ругайтесь, зачем ругаться? Мы все понимаем, что невозможно сразу нормально ДПС давать, вот. Ввиду многих компьютеров. Мак, ты бил, получается, по трэшу всего 2000. Ну мак, да, мак. Остальные? Остальные, вот Рога с Варом, там Рог 600, Вак 700, Хант 300, Мак 2000 всего, ШП 400, Лок 500, и то танк набил 280. 300. Почти. Он вообще 300, да. А, ебать. Я понял, красава. Короче, пацан, слушай, РЛ, если ты возьмешь сейчас танка, доберешь какого-нибудь, я могу зайти шаманом и десятку... Кого десятку? 11, в принципе. С перебежками дам десятку. Да нет, сейчас просто надо найти нормального ДДшника, да и все, РДДшника какого-нибудь. Не, по сути дела, вот лог без обид, но идти в ЦЛК на фул в 3Т4, ну это сам должен. И приз 5К ДПС, 5600, у меня 250-й приз, так я, наверное, восьмерку, девятку. Вы сами должны понимать, что вы не вытянете. Да нет, у тебя приз недалеко от меня отходит. Это не приз сейчас говорил, если что. Что делать? Добирать, да? Я просто неодетым своим котом с танкошмотом, без стринек нормальных, я девятку дам. Давайте трэш пока бить, как бы. Давайте. Честер, ищи. Честер, если будешь искать, ищи ШП, либо какого-нибудь РДД еще. Да, такой большой выбор. ШП. Ну, а еще и перезагрузка через 10, заебая она. Ну, трэш побить, репу пофартить. Тогда давай, получается, сейчас трэш убиваем и курим. Да, погнали, погнали. Вот ты ШП 249-м, я не знаю, РЛ, ты вот смотри в следующий. 213-я, блин, триня. Ну это брат, просто писать. Я ж не знаю, вижу, ИВЛ пишет, знаю тактики. Я ж не знаю, я ж не соблюдаю, не смотрю. Ну так ты принял же, пришли люди, ты осмотри каждого. 10 человек, ты на фул, ты не 5 боссов идешь убивать. Честно тебе скажу, кикай приста, кикай лока, маг ушел, добирай ребят 8-10 косарей ДПС. Это потому что это просто пиздец будет, я тебе гарантирую просто. Я знаю, мы пропа не положим. Пускай ребята за ОД пускай идут и одеваются и собираются. Просто ты взял в рейд и ты даже не посмотрел, какой приз. Давай дамаж, блин, мы сейчас эту вальку будем 3 дня дамажить. Спасибо, хорошо, сейчас медведям раз дамажу, подожди. Ну блин, тоже давай, ДПС. Мне тут дамажит, 4 кнопки потею, нажимаю. Ну, видал, все стоят, курят и смотрят, блин. Я косты сбиваю, чтобы не было чего на там косту. Вторая сагрится, нет, прям далеко. Пойдем сагрим пулина. Опа. Не хочет. Потонул, блин. Зыбучий асфальт, да? Ага. Не, ну чё, видишь, нормально выжил я на сурке. Да, нормально, я теперь все нормально было. Конечно, с меткой било, да, там что-то. Говорите, вы все правильно сделали на сурке. Нам повезло, ребята, на сурке. Неправильно там половину делали. Но а то, что нам повезло? Не бил, это неправильно, конечно. Ну повезло нам, потому что хилы меня не уронили. Вот что нам повезло. А так остальные вроде как били, трэш. Первый раз, как у него пошла берса, у сурка я отдал. И крик, и ШВ сразу с испугу. Ну просто метка была, внимания не обратил. А потом чисто хилы тащили. Ну и то, что мы додумались, что на мне эта руна будет висеть, это будет тащить, тоже прикольно. Да, это старый вариант тоже, давно так делали. Что ты переагриваешь под конец руны, да, ну вешает, и я снова забираю, чтобы тебя не бил. И я как-то... Я первого делал вообще.
Это я тебе про человек говорил, Хант стоит. Ой, да, Хант стоит на расстоянии, переагрывает в последний момент. Пока он до него не добегает, на нем руна становится так, танчится в одно. Там можно и так, наверное. Есть такое. Это как с чумой на профи, да? Ну да, типа того. Не, ну если он точно по ДБМ кидает, то да. Да, только ему надо именно и переагрить в этот момент. Ему надо по себе на пул, чтобы сагрить. А чё, Рога у нас офнулся? Mm-hmm. Он не зайдет, типа, да? Я не знаю. Такие вот ребята тут на сервере. Ну, это понятно, видно, как бы, что маг трэш не бьет, это просто у него. Да я поражаюсь, 6к дает он даже. То, что там, ладно, пусть бы не бил бы трэш, но хоть бы ДПС бы 8-ку. Да он не держал. Бил просто, он просто не бил. Ребята, вас успокоить, у вас только что на последнем боссе, которого мы били, ни у кого даже 8-ки нету ДПС. Так вот ты... вар выдал максимум 7,7, все, больше никого нету выше. Маг просто не бил, и все. Я тебе уже. Маг бил, но он бил по боссу, блин, а не по мобам. Вот и все. Да для своего итема он слакал стоял. 6 косарей, он считает. Он прожал залп стрел и стоял минуту одну. Ну я хомяку напишу, у нас просто. Какой залп у него мог быть, если он фаерболом играет? Более, если он арканы и фаерболами бил, это вообще пиздец просто. Это он считает, что не бил. Не будет его, блядь, в джоках. Да, чему. Вот видишь, здесь ШП выдает. И ДПС, вон видишь, 17 тысяч. Да уже. Сейчас не смотри, в трэш ШП одной кнопкой дает. Ну, да, в трэше я даю 14 в танк. Чё теперь? А Лича говорит, ты ПРЛ-ишь, ебать. Не, надо потом будет, а не, тут без вариантов. Даже если, ежели я даже, меня два человека добрать, это раз. Во-вторых, чтобы они были нормальные, толково. Не, я буду по-любому добивать, я буду... Может, не сегодня, конечно, но завтра, да я думаю, в такое же время. Это проф, Лана, Синдра, Лич по-любому надо будет добить. И вы еще, ребята, изначально сказали, не смотри по итем левелу мерить. По итем левелу это понятно, что как бы если человек умеет. Но без итема, без триня, толку от того, что он умеет. А у вас че, Ро? Лимон, здорово. Да, тут народ нету. Один ливнул, другой... Не, мы сейчас пока трэш сейчас попробуем добрать. Просто один ливнул, второй офнулся. Машу, ты понимал, грубо говоря, ДПГС 5,9. 6к ДПС. Нормально? 5,9? Ну да, типа. Ну, я не, просто не знаю, как на Сирусе у вас там. ШП, вот. Диспел. 260. Смотри, ШП с тебя не будет диспелить. Потому что он что делает? Смотри, он что будет. Нитка разума, давай посмотрим на него. Смотри, нитка. Ай, я блядь. Он не знает, что такое диспел. ШП, ты в РК? Дай кольцо в натуре, братан. Просто не выставил, скорее всего, диспел на панель. Ну а зачем? Б, братан, а я тебе еще удивлю, у тебя есть такая шняга, защита от антихит-страха. Ты должен ее тоже выставить, потому что на лане, если я сказал бы, дай, братан, защита от страха, ты должен просто юзнуть того человека, которого я скажу. А ты будешь просто потерянный. А что это такое? Это когда ты... Когда, допустим... Лана взлетает, и надо еще раз, ну, разносить лужу. Лана? Ланатель. То бишь, лужа разносится, ланатель, короче, именно вверх, ну, типа, поднимается. Куда вы пошли-то? Еще... Вон ты видишь медведь, где танчит, блин. Слушай, Войт. Войт, мне точно стоит качаться, скажите? Да, тут пиздец. Бля, это серьезный вопрос, без шуток, на самом деле. Лимон, тут братан пиздец, тут очень печально все. Ты подумай, прежде чем говорить Честера. С Честером я давно знаком, переживаю. Не, а ты шо, я там своих ребят.
просто из того, что я слышу. Я бы не стал его слушать. У меня в чё я снится. А, да, я, кстати, у лимона. А чё ты этим лимон сейчас делал? Пить надо меньше, честно. Понял, неадекватен, да? Ну да. Вон, 17 косарей. По поводу мага, не знаю, как здесь маги дамажить. Я обязательно здесь сделаю мага после Павла. Посмотрю, как... Ебать, ты год будешь сначала паладина делать, потом ты не забудешь мага делать. Лимон, чтоб ты понимал, четвертой категории пускай только в ЦЛК 10-25. Да как минимум 3 месяца, блядь. Ребята, чекайте, 20 косарей. Вот, замер тоже вот. АОЕ, а чё толку? Да может куплю перст тогда. На Пандрее... Стоит пятерка. Тут реально, тут капец. Ну смотри. Народ, дальше, я банно восстановлю. Всё, не, всё, стоп, всё, смотрю. Курите. Полторы... О, пуха, ебать. Не, честно, я про то, что, сам, если у вас там маг дает 6к ДПС в 5.9, я в 5.7 пошёл в ЛК 10 оп, у меня конечный был третий заинст, 11 что-то там, 120, типа так, ну, средний заинст. Да, 2 боя упало, капец. У меня тоже мах на x1, у меня мах 5.9, я блядь, 13-14. Я там, блядь, был приз, нахуй, паладин, и, блядь, не знаю, какой мах, так я не